Молодежь, кстати, много приходит сегодня на завод? Вообще средний возраст работающих на предприятии чуть больше 41-42 года. Гость программы «Знакомые лица» – генеральный директор ОАО «Элара» Андрей Углов. Ходите на «Элару», создавайте семьи. Рожайте детей. Рожайте детей, а «Элара» будет этот процесс всячески поддерживать. В четверг, 10 апреля в 20:00.